Samsung i900. Замена акустического модуля. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Samsung i900». Классические причины, приводящие к необходимости замены акустического модуля, это попадание влаги внутрь аппарата или некорректная работа разговорного динамика. Отверткой поддеваем акустический модуль и снимаем его. На модуле находятся основная камера, камера 3G и динамик. Новый акустический блок прикладываем к корпусу и прижимаем его пальцем. Все, акустический модуль заменен.